Миссия РЭО имени Плеханова содействует устойчивому социально-экономическому развитию России за счет формирования человеческого и интеллектуального капитала. Студенты РЭО имеют возможность получить двойной или тройной диплом в рамках совместных международных образовательных программ. В данном проекте уже участвуют 14 вузов из разных стран мира, в том числе из Франции, Германии, Нидерландов и Австрии. В московском филиале РЭО есть такие творческие специальности, как графический дизайн и интерактивный дизайн и медиа-арт. После обучения на этих направлениях студенты смогут работать в дизайн-студиях, дизайнерских и коммуникационных агентствах, издательствах и рекламных компаниях. Можно получить 25% скидку со средним баллом по результату творческого испытания живописи рисунок 80 и выше. Еще в РЭО имени Плеханова есть институт Первая академия медиа, в котором реализуется программа высшего и дополнительного образования в сфере медиа. В институте есть такие бакалаврские программы, как журналистика и медиакоммуникация. Можно получить скидку 30% в случае, если не сформировался минимальный балл на бюджет, а ваш средний балл ЕГЭ за этим предмет 90 и выше. Для магистров действует программа медиа-брендинг в цифровых форматах и управление антикризисными коммуникациями в условиях информационных войн. Цены на обучение варьируются от 140 до 508 тысяч в год в зависимости от факультета. Проходные баллы на бюджет от 185 до 210 баллов. Также в РЭО есть высшая школа креативных индустрий, в которой осуществляется программа дополнительного платного образования. Есть следующие направления. Комиксы для начинающих, супергерои и манга, озвучивание персонажей и саунд-дизайн, фильммейкинг, сценарий видеоигры и видеомейкинг. Известные личности, закончившие РЭО имени Плеханова. Ардов Виктор Ефимович, драматург, сценарист, карикатурист. Марина Басистая, видеоблогерша, инфлюенсерка и создательница креативного видеоконтента. Киасаян Эдмонд Григинович, советский и армянский кинорежиссер. Татьяна Соловьева Бюмен, генеральный директор Лореаль Пари в России. Талмацкий Александр Яковлевич, генеральный продюсер продюсерской фирмы Медиастар. Элькевич Анна Александровна, российская актриса. Также в РЭО можно отметить насыщенную студенческую жизнь, множество конкурсов и творческих объединений. Например, танцевальные студии разных направлений, от контемпа до стрит-джаза, школа актерского мастерства, литературное объединение, гитарный клуб и многое другое. Удачи при поступлении в РЭО! Ваша команда МЯФ!